Аплодисменты! Екатерин! Ну а сейчас у нас будет еще один такой конкурс, который называется «Эрудиция». Ты знала об этом, да? Отлично. А есть микрофон? Есть у нас второй микрофон? Он где-то ходит. Давай будем с тобой в один микрофон. Скажи, ты готова? Да. Отлично. Давай сделаем пару шагов сюда. Мы выйдем на авансцену. Итак, прошу. Екатерина, я вам буду сейчас задавать вопросы. Вот, вы будете отвечать. Давайте поддержим. Это первая эрудиция на сегодня. Итак, ты сегодня танцевала муважахат, правильно? Как ты думаешь, в какой стране он зародился? Вариант номер один – Египет, вариант номер два – Испания и вариант номер три – Ливан. Испания. Правильно, друзья, первый ответ правильно. Есть. Вопрос номер два. Что это за ритм? Музыку. Так-тум, так-тум, так-так-тум, так. Саиди. Подожди, не спеши. Вариант номер один. Мальфуф. Вариант номер два. Максум. Вариант номер три. Масмуди. Подумай. Что это может быть? Мальфуф. Максум. И Масмуди. Я заранее говорю, пока она думает. Если я ошибаюсь в каком-то слове, на всякий случай предупреждаю, вы не мои книги. Так, можно махнуть ручкой. Еще раз. Можно еще раз музыку? Так-так-тум-так-тум-так-тум-так. Вариант номер один. Мальфуф. Вариант номер два. Максум. Вариант номер три. Масмуди. Мальфуф. Это был ответ номер один Мальфуф, но правильный ответ Максум. Давайте все равно поаплодируем Екатерине. Екатерина, давай в зал. Ты так прекрасно выглядишь, такое красивое платье. Давай продолжим. Вопрос номер три. Какой из этих музыкальных инструментов не относится к ударным инструментам? Вариант номер один. Дарбука. Вариант номер два. Сагаты. Вариант номер три. Канун. Правильно. Это правильно. Так, продолжаем дальше. Итак, я знаю, что ты играешь на дарбуке. Вот. Скажи, каким термином обозначает выделение, подчеркивание отдельного звука или комплекса звуков? Вариант номер один – акцент. Вариант номер два – доля. Вариант номер три – гармония. Прошу. Доля. Правильный ответ – акцент. Аплодисменты Екатерине. Ты, главное, не переживай, правильно? Продолжаем дальше. Последний вопрос, крайний. Вопрос номер пять. Как называется восточный танец, исполняемый только под барабаны? Вариант номер один – нуба. Вариант номер два – табла. Вариант номер три – баллади. Табла. Правильно. Аплодисменты. Итак, у нас получается три правильных ответа и два неправильных. Уважаемые жюри, все. Вы все себе пометили, все готово, правильно? Аплодисменты, Екатерина. Это была эрудиция. Прошу, Екатерина.